24 июня 22 года. Идем на работу. Там небо голубое. Во вторую ночь дождь проливной. Мы идем сейчас после дождя собирать. Вот. Дорога в поле. Я еще не проснулась. Дорога в сад. Вот с такими огромными борщевиками рядом. Ну, почти рядом-то никто не живет. Птички поют. Мне кажется, они здесь вообще круглосуточно. Акация какая огромная. Вообще круглосуточно поют. Так же, как и в саду стреляют вон, постоянно. Ну все, солнышко выходит. О, уже солнышко.